Всем привет, дорогие друзья, рад вас приветствовать. Сегодня у нас будет на обзоре Insurgent. У нас он на обзоре в белом цвете. Все цвета, которые есть у этого автомобиля, я вывожу на экран. Также можете ознакомиться более подробно со всеми цветами в дискорде Green Garden. Ссылку на дискорд я оставлю под видео. Вот такая, ребята, здесь подкапотка. Ой, не туда нажал, надо присесть. О, даже аккумулятор здесь видно, от легкового автомобиля аккумулятор. Торчит горловина радиатора, то есть в случае необходимости залить воды, вы не промахнетесь. Ну, в целом неплохо, неплохо, да, так, в целом это нормально сделано, достаточно. Вот, открывается у нас здесь 4 двери по бокам, одна дверь сзади, 2 посадочных места сзади. Закрываем эти двери. Закрываем подкапотное пространство, то бишь капот. Вот, здесь принцип план пока оставлю, а то вдруг там не будет доступно, что у нас внутри, да? Так, давайте посмотрим. Значит, смотрите. Аккумулятор, радиатор, свеча зажигания, 2 лампочки головного освещения, различные элементы кузова, 3 компакт-диска, канистр. Минимальный размер рюкзака на данный момент на проекте Green Garden 1000 слотов. Ящики, максимальный размер ящиков 400. Бочки 4 штуки. Максимальный размер бочек 600 слотов. Ну и сам Insurgent 500 слотов всего. Ну, не 1000, как обычно, как мы привыкли видеть, а всего 500. Ну, в принципе, за счет бочек, я думаю, догнаться можно по полной программе. Самые дорогие номера на свете. Присаживаемся в салон. В целом, все выглядит очень даже неплохо. Нормально, реально, как бы симпатично выглядит. Давайте закроем дверь, заведем автомобиль. Ожила стрелка тахометра. О, клаксончик здесь другой. Не такой, не писклявый, не от легкового автомобиля. Наверное, больше от грузового. Ну и, собственно, вид от третьего лица. И давайте уже прокатимся. Ну, пока что неплохо. Очень неплохо вписался в поворот. Мое. Третье. Четвертое. Ой, призануло что-то меня. Ну, автомобиль ведет себя по-грузовиковски. То есть он такой, в принципе, не быстрый. Максимум 5-я передача у нас. То есть 5-ступенчатая коробка передач. Понеслась. Не знаю, были боксы, не были, но в принципе тронулся вполне бодро. Вау, 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 вау. Машину, конечно, надо уметь держать на дороге. Машина тяжелая, в случае чего начинает сильно достаточно таскать. Ну, в принципе, я думаю, ознакомительно мы ознакомились. Кстати говоря, я ранее встречал уже данный автомобиль на других проектах. И на них еще сверху открывались люки. Здесь люки не открываются. В принципе, я считаю, оно и правильно. Нахрена им открываться? Вообще не вижу абсолютно никакого смысла. В целом, машина сделана очень хорошо, очень качественно. Но видно, что она доработана по сравнению с тем, с то, что я видел до этого. До этого они были, знаете, какие-то расхлебайки. Вот. Машины были не очень правильно настроены. Вот, здесь же машина настроена очень классно, очень хорошо, приятный звук двигателя. Вот, едет по-грузовиковски, да, то есть быстроты, скорости, маневренности, как на легковом автомобиле, от этой машины не стоит ожидать. Вот, ну и я считаю это правильно. Ну и на этом я заканчиваю. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписываемся, где можно подписаться, отслеживаем, где можно отследить. Все необходимые ссылки под видео присутствуют. И всем спасибо, и всем пока.